30 лет в присядку ансамбль «Урал» отмечает день рождения. Коллектив называют визитной карточкой Челябинской области. И многие танцоры мира знают южноуральских артистов. Торжество, как и положено, отпраздновали на сцене, исполняли лучшие постановки. В том числе синеглазовские «Барабушки» и «Куманек, побывай у меня». Екатерина Амелина продолжит. До концерта еще 20 минут, а на сцене уже весь ансамбль. Пока, правда, что называется, не при параде, это только разогрев. Исполнители признаются, волнения совсем нет. Танцевать барыню при полных залах для них уже привычно. Это как бы и жизнь, и профессия, конечно. Вот. Хотелось бы в будущем еще больше наработать. Но здесь очень хороший ансамбль. Здесь и дружные ребята, и хорошие руководители. Цветами в вечерних платьях. Обстановка в театре более чем торжественная. Принарядились, кажется, даже гардеробщицы. Гостей на юбилей съехалось несколько сотен, в том числе и из-за границы, итальянцы и чехи. День рождения начали, как и полагается, с вручения подарков. Сердечно поздравляем Урал с 30-летием. Дары принимает директор ансамбля Владимир Караченцев. Когда-то он танцевал в коллективе «Уральская скоморошина». Из нее и вырос Урал. Первый номер это был у нас, кстати, был современный номер. Он нашим строителям, металлургам, вообще такой был номер плакатный. Это первый был номер. Потом появилось старинное игрище уральских казаков «Бушенька». Это вот, потом появилась «Распашка». Вот так и дальше пошло и поехало. Эти номера вошли в юбилейный концерт. Всего в нем 14 постановок. Те, что наиболее любимы самими танцорами. Народный танец. В нем очень много красок. Он очень активный, подвижный. Безусловно, связан с фольклором. То есть это наши истоки, это то, чего мы следовали. Поэтому он наиболее такой близкий душе, близкий русскому духу. А они за концертом наблюдают, кажется, пристальнее остальных. В зале артисты прошлых уральских лет. Многие из них «Цыганочку с выходом» не исполняли уже много лет, но с танцами не расстаются по сей день. Я занимаюсь обувью танцевальной. То есть делаю, обуваю маленьких детей, и не только маленьких, и взрослых. Кстати, недавно артисты Урала еще и запели. К Новому году коллектив готовит постановку «Спящая красавица». В ней танцоры будут исполнять целый куплет.